Изначально планировалось, что на этом месте мы встретимся с депутатом этого округа, главой города Александром Тихоновым. Но Александр Михайлович нашлись другие, более важные дела, и с проблемами жителей разбираются журналисты канала 16. В октябре прошлого года мы уже делали сюжет об этой парковке. Тогда жители обратились в рубрику «Городской дозор» с просьбой разобраться с лужей, которая появлялась после сильных дождей или таяния снега. Раньше за монолитками на Шверника был узкий проезд. Его расширили в 2017 году. И тогда же начались проблемы с водоотводом. 3 года жители обращались к чиновникам с просьбой привести территорию в порядок. Неверны были отметки. И при устройстве этого проезда выяснилось, что вся лесная вода идет на этот противопожарный проезд, и в этом месте самое низкое место. И вот проектировщиком был дополнительно бесплатно сделан проект, и мы по этому проекту вот сейчас ведем работу. Ремонт начался в сентябре. Рабочие должны были обустроить водоотвод, проложить трубы и установить лотки, чтобы вывести воду. Интересно, что на часах уже 3-й час. Мы здесь находимся с 2. На месте ни одного рабочего. И, как говорят жители, такая ситуация длится уже больше недели. Как нам пояснил по телефону подрядчик, кто-то украл со стройки несколько лотков и трубу. Без них продолжать работу невозможно. А из-за того, что лотки заказывали под конкретный объект, найти их в свободной продаже нельзя. Поэтому подрядчик сделал дозаказ и ждет поставку. Доделать работы обещают на следующей неделе. Екатерина Опенова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.